Терпение, пацаны. Отлично. Хорошо. О, Петручок, класс. Так, кто у нас хорошо делает мельницу? Этот, мельницу, не мельницу, а колесо, муары. Ну, покажите. Смотрите, как Петручок делает. Лучше всех, блин. А ну. А ну. Нет, он лучше сделал. Кто? Кто? Педро. Петручо лучше всех. А ну, Петручо. Смотри. Так не надо дзюдо заниматься, чтобы лучше делать. А ну, давай. Нет, он лучше. Лучше, у него ноги прямее, Денис. Нет. Вот я. Вот Бутук так же делает. Миша, нет, чуть-чуть хуже. Хорошо, стоп, Мате. Разобрались по парам. Вижу. Забираем все друг друга. Показываю, кстати, подножку. Во-первых, чтобы руки были. Значит, раз, аккуратненько заднюю подножку. Медленно-медленно упали. Покажи, как правильно падать. Задний вправо, вверх, да? И делаешь три раза, потом три раза. Что вы сели? Эй! Да, не ты клиент. Я. Так, Бескур. Да. Ты кого? Да. Бутук. Да, вот он. Тук-тук. Вот он, прямо вот тут со мной. Друга променял. Так, Бивер, подняйся ко мне, иди сюда. Идешь сюда. Сюда. На десерт. Так, на десерт. Смотрим здесь. Смотрим здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Макс! Нет. Возьмешь его. Как ты сядь, хорошо? Вот туда, Макс. Ты взял его и туда. Так. С кем? Я с Брестом. Вот видите, котель не знаю, уже проблема возникает. Это, сюда, да. Значит, еще раз. Украшенную заднюю ножку. Смотри, ну как же сначала. Вот скажи, вот так надо упасть. А тут ты аккуратно делаешь или показываешь кому-то, чтобы показать. Ты делаешь ему три раза, вон три раза. Право, влево. Потом через бедро. Через бедро опять захватывает, берешь раз, держишь и захватываешь. Мы здесь. Хотя сюда. Берешь его, крутишь его, раз, и крутишь сам. Задняя подножка, бросок через бедро, стоит бедря. Вы вдвоем сюда. Нет, вы вдвоем сюда, а вы ко мне. Смотрите. Кто? Эй! Кстати, Макс, учитав, вы перейдите сюда, вы здоровые, туда, я потом проверю. Ты должен его научить делать заднюю, правую, влево, чтобы он делал, и пазу делал, и бедро, ты бедря, вы сюда, вы, вот сюда, вот сюда, сели, вы здесь сели. Так, готовы? Да. Что делать? На 50 бросков. Значит так, кто? А что ты его? Мне все показал. Да. Все туда. Значит, кто делает? Ты учишь. Вот два. Послушай, два. Что я хочу делать? Первое. Возьмите, сделайте 10 кругов движения. 10. В одну сторону, в другую. Дальше. Правый раз обижу. Вот из этого захвата 10 бросков и удобно ставить. Ты. Обязательно вот в эту сторону. Правую руку держим сюда. Это получается 10. А потом, когда 20 бросков останется, скажи мне. Так, Макс сюда. Штрих. Становись сюда. На колено. Ногу вперед.
руки. Значит, смотри, берете за локоть, да, вот нога. Разворачиваетесь, зацеп. Оп, бросок, вставай. На колено. Друг или другой. Дальше. Отсюда. Разворачиваемся. Нога летает, а зацеп. Оп. И нагрузили. Ко мне. Бегом. Руки. Локоть. Ну что, сюда будет падать. Раз, два. Убрал. Оп. 10 стенга. Давай, давай. 10 дряб, то есть садитесь. Оп. Раз, оп, на колено. Коля, становись сюда. Взял, отсюда, там же руки, отцепил. Ой, блин!
какой-то тиран, блядь. Это что, блядь? Чебаши. Что ты покаешься, да? Что вы там? Мы закончили, делать хлеб, как вы сказали, да? Да-да-да, со стойки. Не надо его. Берете захват, поворачиваете спиной, раз, два, и аккуратненько, раз, это подхват, еще раз, другую ногу, еще раз, видите, ногу в сторону, вот, что делаем, отсюда, поворачиваемся, раз, чуть-чуть, подхват, не надо, вперед, вы видели, как я показал, значит, да, и сюда. Ай, поехали. Посмотрите внимательно, поехали. Встали, не здесь, да, ногу вот сюда, чтобы он вот сюда мог попасть. Здесь же стоит, как здесь четыре. Ты не пьешь, да? Андрюха, где партнер? Меняет кимоно, что-то царапает. И три. Еще. Сука.
Болевой прием только на локтевой сустав, на локоть.
не крутить.